Всем приветосики! Сегодня мы играем в проклятый Майнкрафт. Блин, сейчас уберу дождь. Ну, погода ясна. И вот я вот тут немножко освоился. Уже у меня есть еда. Я думаю, мне еще еды надо. Так. Ламосис! Ой, что это за... Этот звук очень прикольный, честно. А вот этот прррр! Это такой, ну, как будто что-то не то. О. Курица! Фу, как выглядит некрасивая курица. Тут ламы. Вообще, лама тут все смешно, и так выглядит проклятый Майнкрафт. Конечно, проклятый Майнкрафт. Вот у той горы мой верстак. Я должен запомнить. А мы пошли на поиски еды. Где-то еда, может быть. Я не знаю, где еда, поставлю на паузу. Потом вы увидите, сколько я еды набрал. Сейчас. В общем, я нашел такие кустики. Я сначала не понял, что я в тайге. Потом уже понял, когда увидел эти кустики. Потому что они обычно вспомнятся в этом биоме. Я думаю, 16? Все, мне достаточно. Я пошел домой скорее. Надеюсь, это не ядовитые ягодцы. Иначе мы можем отравиться. Знаете, что я подумал? Раз. Ой, я потерялся. Не важно. Найду свой дом. Раз у нас есть кровать, верстак. А вот дома нет. Вот само все это есть, а дома она и нет. Нелогично как-то. Вон та скала. Вот та скала вообще вот напоминает это... Король Лев. Ну, помните, там такая скала. И там такая... И там такой обезьян такой. Это телепумба. Вот так вот. Показывайте этого. О, еда. За мое отсутствие тут вспомнилось еще немножко еды. Пиу. 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 Куряна. Я не должен упустить куряну. Куряна вообще. Это самая вкусная еда. Иди сюда! Ты моя курица! Куртаца. Тыч, 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 тритыритыритырич. На тебе курица. Под деревом сидела, поэтому я ее не успел ударить два раза. Какие прикольные звуки, ну вообще. Ну, надоедает, правда, немножко. Смотрим вниз. Это эндермен. Это эндермен. Все. Пока там телепортируется эндермен, мы сделаем сундук. Будем смотреть только вниз. Не на эндермена. И ляжем. И сделаем тачку. Появление, надеюсь, эндермена тут нет. Я смотрю, ведь если тут есть эндермен, то значит он по-любому нападет на меня. И думаю, что опять провалюсь в пещеру. Так, на-на-на-на-на. Я думаю, пора нам скрафтить кирку и пойти в шахты. Куда я? Что, поставил? Ничего себе, быстро ломается. Прикольно выглядит, кстати, когда ломается.
Берем перо, лайфхак. И щекотим овцу, пока она не помрет от смеха. Там курица, но... О, господи, сколько у меня голода. Свиник. Что с голодом вообще, я не понимаю. У меня какая сложность? Нормальная? Чего он так быстро кончается? Это я уже довольно долго снимаю. Может, из-за этого? Так, вот это все. Теперь будем делать себе дом. Здесь на нас эндерман не нападет, пока мы тут. Так, дуба, сосны. Откуда я знаю, что это сосна? И почему такие старые картинки, как в моде на Мэнди? Бенди. Какая еще Венди? Тущие березы, я не понимаю. Надеюсь, это дуб. Нет, это дуб. Все рубим. А что это такое? Что я себе топор не скрафчу? Пойдем топор скрафчим. Скрафтим. Ой, здравствуйте, что я тут себе? О! Так, я могу скрафтить топор. Все, теперь могу скрафтить топор. Топор! Что такое? А где топор, скажи, пожалуйста? Где топор? Не понимаю. Не понимаю. Ужасный топор выглядит. Это какой-то молоток пьяный. Здравствуйте, отца. Здравствуйте. Вас зовут отца? Птица. Все отлично. Может, поспим? Типа... Ты че там? Все, в общем, поспим немножко. А то еще немножко... Порубим дерево, и можно уже заканчивать. Ура! Утро! Машина времени, это кровать! Идем рубить дерево! Ура! Росток дерева появился! Ура! И тут такое большое дерево. А, нет, такие дерева в Майнкрафте обычные, я просто беру. Что это самое маленькое дерево в мире. Самое светлое дерево. Давайте скрафтим теперь дерево. И можно заканчивать. Ой, я себя довел до состояния небегания. Чутка личный. Чё? Чё? Голод. Марио. Приглядитесь, увидите тут Марио. Тут точно Марио. Реально? Это Марио. В общем,
Крафтим доски. Всем пока. С вами был Радужный Про. Ну, меня так зовут. Я придумал себе имя. И можно заканчивать. В следующих сериях я попытаюсь на всю серию успеть построить себе дом. Из следующих видео я скрафчу кирку. И немножко камни подобываю. Дом у меня будет большой, поэтому не говорите, что можно построить дом за один день. Он будет некрасивый. Всем пока!